Скажи, пожалуйста, зачем ты так поступил? Я просто по глупой ситуации проспорил и пришлось выполнить. Хотелось бы извиниться перед всеми жителями города за свой поступок. Такого больше не повторится, я все осознал. В дежурную часть отдела полиции Верхнего Уфалея поступило заявление от представителя администрации Верхнеуфалейского городского округа о том, что в ночь с 1 на 2 июня неизвестный заехал на автомобиле в сквер Победы и проехал около Вечного огня. В ходе проведенных мероприятий полицейские установили водителя –